2017 год, на самом деле, по северным районам, по южным районам республики, по западным районам, особенно центральный, вот Уфимский, Чишминский, Бирский район, очень много выпало осадков. В январе, если помните, в начале января, первая декада, даже выпало 3-месячная норма осадков. Ну и февраль тоже снежный был, поэтому снега, конечно, очень много, это и все жители тоже ощутили на себе. В прошлом году такая ситуация у нас складывалась по зауральским районам, а в этом году, наоборот, картина, там снега практически ниже среднего многолетних. Ближе, значит, к южному, южный район, это бассейн реки, вот там Нугуш, где вот находится наше Юмагузинское водохранилище, там снега практически в два раза превышает среднемноголетние значения, поэтому там, конечно, мы ждем большую воду. Последние годы, последние особенно 10 лет у нас в республике, она маловодная, год же, то, что вот воды много придет, это значит, если реки наши выйдут из поймы, потопят наши луга, это как бы тоже какая-то влагозарядка, подпитка, значит, тем озерам, которые расположены на поймах наших рек.